Пешеходный переход не панацея. В понедельник на улице Сарментовой в Иванове 65-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Фабия», совершил наезд на переходившего по нерегулируемому пешеходному переходу 55-летнего мужчину. С ушибом поясницы пешехода доставили в 7-ю городскую больницу. На водителя составлен административный материал по статье 12.18. Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом. Всего за 7 месяцев 2019 года в Иванове зафиксировано 88 ДТП с участием пешеходов, в которых 8 человек погибли, 82 получили травмы. Несмотря на общее снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, выросло количество наездов на пешеходов в зонах пешеходных переходов. Так, за 7 месяцев этого года зарегистрировано 43 наезда на пешеходов в зонах пешеходных переходов, в результате которых один человек погиб и 42 получили травмы тела.